Всем привет, ZBrush 2020. В этом ролике хотелось бы сделать для Army Man именно палатку. Хотел скачать, но сейчас даже палатки, по-моему, платные. Ну, решил сам сделать. Простенькую какую-нибудь, так, для понимания и для заднего фона. Так, Shift, левая кнопка мыши выравнивает. Открываем в тулах куб. Делаем Make Poly Mesh. И теперь делаем всему этому делу DynaMesh. Смотрим сетку. Вот такая получилась сетка. И в сабтулах делаем дубликат. Так, дубликат на верхний переключаемся. Дубликат отключаем видимость. Ну и давайте что-нибудь тут этакое замутим. Сначала крышу. Крышу будем резать. Ctrl-Shift выбираем в кистях резку именно вот этот trim curve. Ну и как-нибудь ее. Так. Смотрим положение. Можно теперь симметрию X включить. И вот так вот все это дело. Ctrl-Shift зажать. И смотрим, куда смотрит черная полоса вот на этой всей штуке. Так, вот такая штука. И сделаем теперь ей симметрию. Geometry, Modify Topology, Mirror and Well. Не тот угол резал. X. Повторим. Отрезаем вот этот. И делаем Mirror and Well. Вот такая палатка. Теперь можно с помощью Mov X отключить. Немножко вот сюда от центра сдвинуть. Опять Mirror and Well, чтобы поменьше вот этот козырек был. Еще немножко. Ну вот теперь, в принципе, готовая палатка. Так, что еще можно сделать? Можно ее расширить. Вот таким вот образом. Можно еще вот так ее расширить, чтобы более-менее широкая была, прикольная. Теперь что делаем? Делаем теперь ей DynaMesh. Так, смотрим. После резки у нас тут чуть-чуть полигонов не такие будут. Надо ее выровнять. Делаем DynaMesh. Все, сетка выровнялась. И теперь можно сделать вот такую штуку. Вот этот куб можно вот здесь середину тянем, уменьшить, подтянуть вот сюда вперед, чуть-чуть сплюснуть, еще немножко уменьшить и подставить к входу. Вот так вот. И немножко вот таким вот образом. Вот так будет это выглядеть. И теперь надо ее тоже обрезать. Пробел зажимаем, переносим. Ну, где-то давайте вот таким вот образом. Тоже сделаем теперь геометрию. Делаем, можно маску снять. Сделать DynaMesh. Сделать одну полигруппу Ctrl-W. Ну, вот это все оставляем. И нужно теперь это все вычистить. Так, делаем теперь. Объединяем все это дело, делаем merge down. Окей. Теперь делаем дубликат. Ну и уже по прошлым роликам, кто смотрит, вы знаете, что я люблю вычитать. Ставим на прозрачность. И делаем вот такую штуку. S английская. Ну, здесь не катит. Здесь вот до серединку надо тянуть. И вот, чтобы стенки сильно тонкие, опять же, не были, чтобы потом не было казуса. Вот так вот. Это все делаем. Теперь что можно сделать? Вот это все замаскировать низ. Ctrl-I. Сделать теперь вот сюда вот вниз. Подтягиваем. Снимаем маску. Теперь что можно сделать? Можно теперь замаскировать все дело где-то вот таким вот образом. Ctrl-I. И вот так вот вниз
припускаем, даже можно пониже. Так, ну а вот эту часть, вот именно вот эту часть, так как она тут будет выглядеть, где маска захватит, где нет, вот эту часть уже сразу маскируем, чтобы ее не тронуть. А это уже можно увеличить. Вот таким вот образом. И немножко уменьшить. Немножко прибавить кверху. Вот таким вот образом. Так, чуть-чуть поменьше. Вот так вот. Ну и нужен выход. Выход делаем также. Вот это все маскируем. Делаем Ctrl-I и с помощью вот этого гизма вытягиваем и S немножко уменьшаем, поправляем и опять вытягиваем. Ну вот что-то в таком духе и немножко вот так вот как-то расширить. Получается вот такая штукенция. Немножко корректируем. Ну, пойдет, в принципе. Теперь делаем, снимаем маску, делаем Dynamesh. Смотрим сетку вот этой вот штуки. Ну, сетка нормальная. И вот ставим на вычитание. Делаем теперь Merge Down. Так, отмена, Cancel. Снять маску. Что тут получается? Так, вот таким вот образом. И нажимаем Merge Down. Объединяем все это дело и снимаем маску. Производим вычитание. Вот теперь у нас там пустота. Нужно теперь окошек понаделать. Давайте их сделаем. Добавим Append, добавим куб. Прозрачность уберем. Переключимся на этот куб. Его теперь можно уменьшить. И можно его вот так вот вытянуть. Вот такие будут окна. Можно даже побольше. Ну, где-то вот в таком духе. Теперь геометрии делаем Dynamesh опять же. Вот этому кубу. И опускаем его вниз. Переводим вот сюда. Ctrl. И тянем за гизму. Еще перетягиваем. Ctrl. Дублируем. Ну, вот что-то такое получается. Теперь всему этому делаем вычитание и ставим на палатку. Делаем Merge Down. Окей. И снимаем маску. Ctrl, левая кнопка мыши. Вот получилась у нас вот такая палатка. Здесь еще можно, конечно, перемычки поставить. Вот эти, как на окнах, крестики тряпочные. Ну, здесь шторки повесить можно, опять же. Ну и что еще можно сделать? Давайте добавим Append, добавим цилиндр. Так, теперь переключимся на цилиндр и сделаем ему опять же Dynamesh. Теперь его именно уменьшим и вытянем кверху. Еще раз уменьшим. Можно, чтобы видеть, вот сюда перетягивать. Уменьшаем. И вот так вот кверху. Так, толстые сильно тоже делать не надо. Ну, где-то вот так вот. И вот сюда вот на угол одну ставим. Еще немножко можно уменьшить. Вот так. Еще делаем Ctrl. Где-то по два окна вот так вот можно.
еще Ctrl, еще вот так вот. Ну, здесь уже вот как получится. Ладно, вот таким вот образом. Так, что еще можно сделать? Снимаем маску, и все это дело можно еще обрезать. Вот таким вот образом. Вот так вот. И сделать зеркалку. Делаем Modify Topology Mirror and Well. Так, почему Mirror получился нигде Mirror? Так, теперь смотрим, что тут произошло. Палатка Geometry Modify Topology Mirror. Вот, палатка чуть-чуть сбрендила, съехала. Так, Ctrl-Z. Палатку мы чуть-чуть перетянем и сделаем мира. Вот теперь нормально. Так, шторки можно потом повесить. Ну, в принципе, палатка вот простенькая, готова. Еще, конечно, что можно сделать? Находим append, находим опять же цилиндр. Делаем цилиндру так. Dynamesh. И его опять же уменьшаем, только делаем еще меньше. Так, это вот сюда. Вот так вот. И вот эту штуку представляем вот сюда, вот таким вот образом. Вот так вот. Делаем вот этой штуке дубликат, чтобы потом не маяться. Или уже делаем готовый чоп. Делаем пока дубликат. И вот этот дубликат вот таким вот образом обрубаем. Перекручиваем. И вот сюда вот так вот подставляем. Включаем теперь вот эту видимость и подгоняем вот сюда вот так. Все это дело теперь объединяем. Делаем merge down, окей. И как вот делали вот здесь вот по балкам. Дублируем Ctrl, левая кнопка мыши перетягиваем. Вот так вот. Снимаем маску и лишнее удаляем. Ну вот что-то в таком духе. Теперь делаем Geometry Modify Topology Mirror and Well. Ну вот что-то вот так вот получилось, вот такая палатка. Теперь можно ее немножко где-то попрогнуть. Вот сейчас вот так все объединяем. Не, пока объединять не будем. Кисточку сразу берем, вот эту Morph Topology. Сейчас покажу. Вот Morph Topology. Ставим ее так вот. Диаметр побольше. И вот так вот. Так, вот здесь вот чуть-чуть где-то. Прогинаем вот так вот. Ну и также немножко даем изгибов, потому что палатка ровная быть не может. Одну сторону вот делаем, вот тут вот так вот вминаем. Вот так вот. И там вот так вот. Ну и вверх где-то тоже можно попрямять. Потому что тут тоже балки внутри стоят. Делаем теперь Geometry Mirror and Well. Чуть-чуть еще вот так вот. Mirror and Well. Ну и эти стенки тоже немножко. Вот так вот. Тут окошко-то тоже делается. Вот вверху здесь тоже окна
для воздуха. Их открывают, закрывают, когда дождь, как тряпочные. Ну, делать я их не буду. Ну, вот такая вот простенькая палатка. Давайте теперь все это дело объединим. Предварительно можно сразу все это дело покрасить. Выбираем, допустим, какой-нибудь цвет этакий. Ну, вот бревна пусть будут вот такими. Так, что тут не то? На стандартную кисть переключаемся. И вот теперь можно все это дело покрасить. Вот таким вот образом. Так, палатка нам нужна для армии Мэн по любасу зеленая, но с оттенком другим. Вот так вот. Кисточку побольше. И вот так все это дело красим. Вот так вот. А веревки уже сделаем, давайте, белые. Вот такая палатка для армии Мэн. Давайте теперь палатку сделаем в блендер. Итак, блендер 2.81. Давайте другую палатку какую-то сделаем. Просто принцип уже понятен. Давайте что-нибудь так произвольное. Единица на нампаде. Панель Screencast Key, чтобы вы видели, что я нажимаю. Ну и таким образом поднимаем вот этот куб вот сюда. Так, заходим теперь в табуляцию, нажимаем в Edit Mode. И попробуем теперь вершины выбираем. И вот эти вершины, так, единица на нампаде, поближе поставлю. Вот эти вершины верхние, давайте схлопнем вот эту. И вот эту. Правая кнопка мыши. Находим так Alt-Center. Ну и вот эту вершину. Shift вот эту. Делаем Alt-Center. Так, Merge Vertex Alt-Center. Ну вот уже получилась такая маленькая палатка. Прикольная. Что можно сделать? Давайте, чтобы не мурдохаться, вот так теперь ее просто растянем. Вот так вот. Табуляция. Поменьше. Выделяем английское А. Все. Единица на нампаде. Теперь все это дело приподнимаем. Вот таким образом. Ставим рентген. Снимаем выделение. Выделяем нижние вершины. И теперь с помощью Е английского щелчок Move. Вот так все это дело вниз подаем. Рентген отключаем. Получается вот такая палатка. Опять же табуляция, чтобы не муздохаться с вершинами. Тройку нажимаем и растягиваем ее вот так. Вот таким вот образом. Единица на нампаде. Ну и что можно сделать? Можно теперь повычитать также. Окна и двери. Веревки также можно сделать. В принципе, все то же самое. Единственное, что можно еще физику добавить, чтобы все это чуть-чуть попрогнулось, более динамично было. Ну, в принципе, вот такая штука. Давайте покажу, как вычитание делать. Так, Select Box, находим теперь, давайте, Shift-A, находим куб. Вот он, куб подгрузился, давайте его сразу смоделируем.
вот таким вот образом. Ну и английская S немножко меньше. И опять же вытянем. Все то же самое, но только уже в новой программе. Так, в другой программе точнее. Так, теперь ее вот сюда вот подставляем. Смотрим, чтобы не попасть именно на перемычку эту. Вот так вот. И немножко насквозь ее. Вот таким вот образом. Тройка на NumPad. Ну а теперь Shift-D. Щелчок вытягиваем. Shift-D. Щелчок вытягиваем. Shift-D. Щелчок левой кнопкой мыши вытягиваем. Shift-D. И продолжаем. Shift-D. Щелчок. Shift-D. Щелчок. Еще одно окно у меня помещается. Вот такая штука. Теперь нужно их все через Shift выделить. Вот так вот. И сделать им Ctrl-J, чтобы они были одним саптулом, одним целым. Теперь переключаемся на палатку, заходим в модификаторы, находим сабдивизии. Так, единичка. Вот такая штука получается нехорошая. Ctrl-Z. Так, проще вот так вот удалить. Заходим в табуляцию. Так, подразделим теперь английская А и это сабдивизии. Выделяем вот эти сабдивизии и так их поставим. Побольше. О, пойдет. Так, теперь выделяем вот именно палатку, находим так Boolean и находим вот эти вот гаврики, кубы. Выделяем их и жмем Apply. Теперь если кубы отключить, так вот эти вот кубы, то вот получается у нас уже палатка. Вот с такими дверями. Вот такие окна. Также можно и внутри вычистить. Также и дверь можно сделать. Вот такой вот принцип. Так, ну что, веревки показывать, не показывать. Вроде все понятно, наверное. Это уже делаем Shift-A, находим Mesh и находим так, цилиндр. Вот такой цилиндр. Делаем английскую S. Теперь единица на NumPad. И с помощью транспоза все это дело также можно выкинуть. Опять же только S, а не Gizmo. Немножко вот так перекручиваем. Можно G английскую. Так вот так вот подставляем. Вот сюда вытягиваем вот таким вот образом. Тройка на NumPad. И погнали ее тоже дублировать. Shift-D. Щелчок. Ну, через два окна Shift-D щелчок. Через два окна. Ну, а здесь не по плану поставим. Пускай стоит. Так, теперь все их выделяем. Через Shift. Левая кнопка мыши. Семерка на NumPad и теперь Shift-D, щелчок, можно использовать Move, перетащим вот на эту сторону. Можно использовать модификатор Mirror, кому как удобно. Ну и также веревки делаются, веревки уже показывать не буду, принцип понятен, наверное. Ну а следом идет вот такая штукенция. Находим материал. Заходим, нажимаем, выбираем зеленый цвет. Все, палатка будет теперь зеленая. Выбираем теперь вот эти вот все палки через Shift. Делаем Ctrl-J опять же и делаем новый материал. Пусть уже будет
коричневый, и можно чуть-чуть его потемнее сделать. Нажимаем рендер и смотрим, что у нас тут будет. Так, цвет палатки что-то мне не нравится. Можно его потемнее сделать. Вот что-то в таком духе. Ну вот уже армия мэн с палатками. Все, всем пока, до свидания.